День добрый, уважаемые зрители! День добрый! С вами Жуков Владимир и канал «Мир своими глазами». Вот и пришло долгожданное лето и к нам на север. Погода сегодня чудовая, ребята. Ну, естественно, летом всегда много дел. В прошлом году построил фанзу, рыбацкий домик. 10 километров здесь пониже. Ну, естественно, как вы понимаете, стройку нельзя. Закончить ее можно только приостановить. Ну вот, год спустя еду достраивать. Осталось немножко. Какие задачи? Я коротко о главном. Задач несколько. Немножко усилим кровлю. Покроем ее, утеплим изнутри кровлю. Доделаем полы, там досок 5-6 напилим, леса возьмем. Ну и какую-то летнюю кухонку, наверное, сделать надо. Под навесом сделать надо, под навесом. Не такую уж замудренную. Баннеры у меня вообще остались там 2 штуки, так что сделаем летнюю кухню, поставим очаг. Все будет хорошо. Ну что ж, набрал я сегодня, ребятки, полную лодочку свою. Везем утеплитель. Я сделал, видите, в таком формате, чтобы удобней. Закрепил на лодке. Здесь у меня бензопила. Ну, здесь в рюкзаке конструкции, гвозди, шурупы, шуруповерт. Что там только нет. А все надо, что сделаешь. Это у меня Аквамастер 2800. Ну, второй сезон лодочка. В принципе, как новая. В том году прошел 350 километров на ней. Ну, в общей сложности имею в виду. Потому что настройку делал 7 заходов. Иначе не усилить. Но здесь у ребяточек лодки стоят. Сузуки, Ницаны, рыболовные снасти. Ну что ж, пойдем, ребята. Время идет. До встречи. Увидимся уже на стройке самой. Погода чудовая, ребята. Просто обалдеть. А ведь с утра дождь был. Ну что ж, всего хорошего, ребята. С вами был Жуков Владимир и канал «Мир своими глазами». До встречи, увидимся.